Мы находимся на прекрасной выставке трех прекрасных преподавателей: Фриды Баренбойм, Сергея Сиченко и вот Таня Белоконенко. И я спросила Татьяну, чем эта выставка, потому что мы бываем на многих выставках и знаем ее как прекрасного преподавателя. Чем эта выставка отличается от других выставок детских рисунков? Ну, конечно, темы, потому что здесь, в отличие, например, от годовой выставки, где собраны самые лучшие рисунки, которые дети рисовали в течение всего года, это могут быть натюрморты, это могут быть пейзажи, разные там темы сюжетные, ролевые там какие-то, то здесь, конечно, все направлено на животные, птицы, на животные. Тема у моего друга есть хвост. И когда мы подходили к раскрыть этой темы, нужно было определить, какое животное ты хочешь нарисовать, а как его нарисовать, а как оно построено.